Конечно, да, вживую видеть это несколько иные эмоции, достаточно жуткие. Тем более знать, что это твой дом, что там погибли люди, которых ты знаешь с рождения. Это, конечно, трудно. Когда это произошло, вы были дома. Здесь? Мы были дома вот с папой. Угу. Вот, ну, у нас вынесла дверь входную со стеной, ну вот с косяком. Ну, мы выбрались из квартиры, там, конечно, у нас в подъезде разруха полная. Да. Да, мы быстренько взяли документы, оделись, выбрались из квартиры и вышли на улицу. Мы, слава богу, не пострадали, а вот соседи напротив, они погибли. Сейчас вы в Загорских Далях. Да, в санатории. Писали о вспомоществованиях немалых и уже выплаченных и обещанных. А какие-то слухи невнятные ходят, что вроде как затягивают это. Что вы об этом можете сказать? Нам первичную компенсацию выплатили. Есть жители, которым еще не выплатили, но этот вопрос у них решается. У кого-то там на уровне области решается, у кого-то там... Ну, не знаю, за себя скажу, что мы получили, а вот наши соседи, там процесс еще идет. Но я хочу сказать, что мы собираем материальную помощь. Есть группа ВКонтакте, в Одноклассниках, поможем пострадавшим в Загорских Далях. Так что, если кто-то может откликнуться, там вся информация, там одежда, может какие-то деньги, если кто-то может. Пожалуйста, там все это есть. Радио Пассат время от времени сообщает о тех или иных банковских реквизитах или списке помощи. Это для тех, кто очень тяжело пострадал. А мы собираем деньги для тех, кто остался без жилья. Угу. Вот. Вот им мы сейчас, потому что им постоянно нужны вещи какие-то, мы их и расселили тоже кого куда. Мы-то в санатории живем, да, нам хорошо. А вот люди живут в Пересвете, в общежитии, у них там условия очень тяжелые. И вот в гараже у нас тут в санатории какой-то гаражный кооператив, по-моему. Там тоже достаточно трудно проживать, и вот поэтому какая-то мелкая бытовая техника, там, одежда, деньги. А вы можете адрес сказать ВКонтакте? Адрес. Группа называется «Поможем пострадавшим от взрыва в Загорских Далях», что-то такое. Ну, можно найти на моей странице Дегтяренко Ирина ВКонтакте. И в Одноклассниках тоже есть группы. Там сейчас... Хорошо. Вот еще какой вопрос. Ну, я просто в этом не силен в юридических тонкостях. Говорят, что помогать будут, по крайней мере, областное правительство, губернатор обещал помощь всем, потерявшим квартиры. А потом выясняется, что вроде помогать будут только тем, кто имеет муниципальное жилье, а приватизированное нет, или проясните. Значит, этого я не знаю ничего. У нас тоже приватизированы, но, тем не менее, мы вроде тоже должны что-то выручить, какую-то компенсацию. Крепитесь. Спасибо. Вы все равно красивая. Спасибо.